Хоба, привет. С вами доктор Влад. Новости. Что-то мало, ребята. Ну, сколько есть. «Газпром» задействует мощности «Северного потока-2» для газоснабжения РФ. Что-то не верится. А что это они вдруг? Власти Германии призвали распустить фонд поддержки «Северного потока-2». Все возится с этим «Северным потоком-2», как списанной торбой. Лукашенко считает, что военная операция России на Украине затянулась. Ага. Да, ну это вообще эксперт Лукашенко. А ты забросай картошкой или этими креветками. Так, что еще? Советник офиса Зеленского пригрозил контрнаступлением ВСУ в июле. Это Арестович. А я вчера Пьянковского слушал. Он сказал интересную вещь. У него день рождения 30 июня, и вот он надеется, что ему, будет подарок на 30 июня, что все закончится и Путина повесят. Так, СБУ сообщило о задержании в Испании блогера Шария, Анатолий Шария. Он меняется в государственной измене. Вон как. Так, это все Лента.ру. В Пентагоне рассказали о ежедневных поставках вооружения на Украину. Ежедневно. Каждая партия попадает прямо в руки. Во как. Так, опять Лента.ру. Богатая наследница из Тиндер оказалась мошенницей. Какая-то Ясмин Бербах выдавала себя за богатую наследницу, оказалась эскортницей, ну, проституткой. Да, этот Тиндер. Так, дачников предупредили о вреде долгой работы в саду и в огороде. Скоро для дачников будут выпускать специальные кровати. Вот такие вот. Вот так вот, чтобы сразу лег и все. Так, что тут еще? Россиянам дали совет по обращению с валютой. Нужно хранить в банках под кроватью. Так, Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса Миробивир. Наверное, Обивир, потому что мир-то нельзя это слово употреблять. Лукашенко рассказал о желании США утопить Россию в войне на Украине. Ну, утопить, просто утопить, заодно и Белоруссию. Ну, не целиком, может быть, ну, главарей. Так... Экс-президент Бразилии возложил на Зеленского и Байдена часть вины в украинском конфликте. Я с ним согласен. Давно надо было Путина повесить. Так, Москва и Минск усилят координацию по противодействию давлению со стороны стран Запада. Ух ты. Да. Так, Северные потоки принесли в Татарстан метель в мае. Северный поток 2, что ли, опять? Тьфу ты! Нет. Это северные потоки холодного воздуха. Метель в Татарстане. Все помидоры повянут. Так, подробности стрельбы в Ярославле на территории детского сада. Еще одна стрельба на территории детского сада. 5 мая в центре Ярославля. Из охотничьего ружья он решил, ну кто-то он, пьяный вооруженный мужчина, решил пострелять по калитке детского учреждения. Они кончились, все, вот русские кончились. В Мариэл тело пропавшего 14 апреля мужчины нашли в реке. Что же он пропал? Пропал, утонул. В Рязани осудили экс-замглаву отдела полиции Юрия Чешковского. Майор, да, и что? Он взял взятку 20 тысяч рублей. Это что же вот, ну, майор, ну какой позор-то, а? Так, Минпросвещение, двоеточие, в школах пройдет всероссийский урок победы. С 5 мая по 22 июня. Причем здесь так долго-то? Ну ладно, проводите. Япония вводит дополнительные санкции против России. Глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений. Это что там за
направление против 140 физических лиц, ВПК РФ, ну и так далее. Так, в сети выставили на продажу парик Бузовой за 500 тысяч рублей. Ну ладно, я понимаю майку Марадоны, но я вам рассказывал в прошлом ролике, ну парик Бузовой, трусы Бузовой. Да. Вандалы раздолбали и пожгли сквер стоимостью в 50 миллионов рублей в Новотроицке, это Оренбургская область. Раздолбили все, да. Вандалы. Вандалы русские. Так, жительница Карелии избила знакомую чайником за отказ переночевать в гостях. Попросилась она. Пьяная пришла, и дайте мне переночевать. Ну, ей отказали, она чайником. Это песня была. Его по морде били чайником. Вообще мрак. И все, ребята, на сегодня все, ну почти все, потому что Брониус прислал ролик, называется ролик «Немножко Португалии». Это его сестра снимает. Ну, поглядите, ребята, и все. До завтра. Пока. С вами доктор Влад и Брониус с сестрой. Большой, но короткий привет из Синджи, Пенапалас, Португал. Брониус копается в огороде, а вот я наоборот. Посмотрите, какая красота. Это летняя резиденция португальских королей. Королева Мария с Фердинандом. Но Фердинанд у нас был немец, Саксонии. И вот такую красоту он нам построил. И я вам быстренько показываю. Вот где красные постройки. Это был монастырь. В 12 веке тут была капелья. А в 16 монастырь. И монахов было немного. 12 до 20. Очень большой монастырь. А тут уже построил что желтенько и этой плиткой португальской, любимой, как наш дом в Кереле. Это все середина 19 века. Романтическая архитектура, где мы все стили взяли от романики до готика и все другое. Индийская и арабская архитектура, это все имеем. А там у нас океан, там у нас вдалеке Лиссабон. Привет, привет. Брониус, работай в огороде.